Всем привет, вы на канале Ава. Сегодня в нашем обзоре рейтинг лучших погружных блендеров 2018 года. Рейтинг составлен на основании отзывов покупателей. И мы начинаем. Пятое место. Блендер Charlotte SCHB42F50. Модель хороша высокой мощностью с DS-мотором и простой конструкцией. Нож оснащен четырьмя лезвиями, одно из которых изогнуто, что улучшает скорость и результат измельчения. Это лезвие расположено в противоположном направлении и следит за тем, чтобы кусочки продукта получались равномерными. Эргономичность модели позволяет наслаждаться работой с этим прибором. Эта модель вполне подойдет тем, кто рассматривает бюджетные варианты блендеров. Особенности модели. Мощность 1000 Вт, DS-мотор. Материал погружной части блендера – нержавеющая сталь, специальная форма ножа, две скорости работы, мерный стакан 600 мл с крышкой, мини-измельчитель 500 мл, насадка венчик, насадка для картофельного пюре, наличие импульсного режима, вес – 1,5 кг. Преимущество Charlotte SCHB42F50 – низкая цена, дизайн, подходит для любых продуктов, наличие режима турбо, дизайн, нескользящая поверхность, низкий уровень шума, недостатки, насадки плохо вымываются. Четвертое место. Блендер Philips HR 1670. Это скоростная, мощная модель, оснащенная 10 скоростями, режимами колки льда и турбо. Возможности этого блендера довольно широкие и порадуют повара. Плавная регулировка скоростей, кнопка Speed Touch – отличное дополнение к этой модели. Характеристики. Мощность 800 Вт. Материал погружной части блендера металл, 10 скоростей работы, мерный стакан 1,2 литра, насадка миксер, 2 венчика, суповарка, вес 1,4 килограмма. Достоинство. Мощность, эргономичность, возможность регулирования скорости, дизайн, не шумит, хорошо мыться, продукты не разбрызгиваются, можно купить дополнительные насадки. Недостатки. Жесткая кнопка регулировки, нет подставки или коробки для хранения насадок. Третье место. Блендер Moulinex DD656. На третье место по отзывам покупателей в рейтинге погружных блендеров выходит Moulinex. Модель, ставшая в рейтинге золотой серединой, очень мощная, и поэтому работает быстро, благодаря отличному функционалу. Этот блендер справляется с любыми задачами. Модель хороша и тем, что при высокой мощности, работает довольно тихо. Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине. Характеристики. Мощность 1000 Вт, 20 скоростей, материал погружной части блендера металл, мерный стакан 800 мл, мини-измельчитель, контейнер для измельчения, венчик, мельничка, вес 1,3 килограмма, плавная регулировка скорости. Преимущество модели. Высокая мощность, металлический корпус, эргономичность, прорезиненная ручка, не разбрызгивает пищу, отличный измельчитель, тихий. Недостатки. Высокая стоимость. Тугая кнопка, вначале плохо меняются насадки, с усилием, но со временем, начинают спадать, кнопки утоплены в корпус. Второе место. Blender Braun 4200MQ9087X. Прибор оснащен 11 насадками, что делает его способным измельчить или размещать практически любой продукт. Модель характеризуется высокой производительностью и надежностью. Удачная часть конструкции данного устройства. Это исключает разбрызгивание измельчаемой массы. Съемные ножи оснащены лезвием для дробления. Таким образом, кусочки пищи получаются равномерными. Вам понравится и удобная прорезиненная ручка. Используя этот блендер,
Вы сами контролируете скорость, особенности модели, мощность 1000 Вт, материал погружной части блендера металл, две чаши 1,5 и 0,35 литра, 6 скоростей, мини-измельчитель, венчик, мельничка, насадка для картофельного пюре, терка, 2 штуки, шинковка, диск для картофеля фри, насадка для приготовления теста, вес 2,8 килограмма, плавная регулировка скорости, плюсы блендера Браун, мощность, скорость работы, эргономичность, надежность, многофункциональность, удобная и безопасная терка и шинковка, тихо работает, не разбрызгивает продукты. Минусы: очень высокая цена, негде хранить насадки, нет подставки, нет шинковки на кубики. Первое место. Блендер Philips HR 1646. Этот погружный блендер оснащен кнопкой интуитивного управления Speed Touch и особой технологией смешивания ProMix. Эта технология разработана компанией Philips совместно с университетом город Штутгарт. Нижняя часть погружной насадки блендера имеет волнообразную форму, что предотвращает разбрызгивание. Насадка миксера оснащена двумя венчиками. В комплекте устройства есть прочный измельчитель для орехов, трав, лука, шоколада. Характеристики. Мощность 700 Вт. Материал погружной части блендера металл. Стакан 1L. Мини-измельчитель. Насадка с двумя венчиками. Насадка для взбивания. Насадка для рубки мяса и овощей. Вес 1,55 килограмма. Плавная регулировка скорости. Возможность колки льда. Преимущество погружного блендера Philips. Оптимальное соотношение цены и качества. Отличные результаты работы. Удобная рукоятка. Компактность. Дизайн. Плавное переключение скоростей. Недостатки модели. Очень мягкая кнопка. Мы надеемся, вам понравилось, и вы оцените это видео, нажав на лайк. Подписывайтесь на канал Ава. Это был обзор, рейтинг лучших погружных блендеров 2018 года. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Всем до встречи.